ресторан «Палаццо». Несмотря на аномальное отсутствие снега, ну иначе не назовешь, есть немножко большая проблема, небольшая, все-таки лед присутствует. Видно, что его оббивают, но не до конца. Сейчас я вам покажу. То есть здесь все равно скользко. Но будем надеяться, что все равно здесь наведется порядок. Местами отсутствует лед, но большая часть все-таки заледенелая. Ну и там дальше до перекрестка видно, что лед.